серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Пан Роман, також відбудеться зустріч Україна-НАТО через ці от обстріли. І поляки, до речі, кажуть, що ракета, яка залітала на їхню територію, цілком може бути цілеспрямований напад Росії, провокація. Загалом, як ви вважаєте, чи може НАТО стати більш рішучим, ніж воно зараз є, через оці от ракетні обстріли? Ну, слабо в это верится, хотя, по большому счету, идет прогресс определенный, особенно европейский прогресс. Американский, он, наоборот, регрессирует в этом отношении, особенно уже в этом году, год перевыборов. То есть они будут, вернее, они не будут где-то эскалировать, ну, пытаться, по крайней мере. Но Европа начинает просыпаться и начинает заботиться о своей безопасности. И по большому счету, особенно восточные страны Европы, они понимают, что такие поползновения россиян надо прекращать сразу сходу и уже готовятся. Даже вот взлеты F-16, подъем или, по крайней мере, информация, которая уже была подана об этом взлете и готовности работать ПВО по любой цели, которая будет заходить на территорию НАТО, это как раз об этом говорит. Ну и риторика поменялась. Поменялась риторика основных стран НАТО, то есть те, которые участвуют в этой войне против России, непосредственно передавая нам вооружение свои, та же Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, само собой. То есть мы это видим, слышим и понимаем о том, что идет определенное осознание значимости обороны і своєму участі в цій обороні. Ну, звісно, з нашою допомогою. Пане Романе, от в Чехії урядовець розповів, привідкривається трішки завіса таємничості, каже, що перед повномасштабним вторгненням в грудні, також в лютому, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний таємно їздив в Прагу, домовлявся про системи залпового вогню, і в перші 4 дні вони нам передали такі системи, що дуже допомогло на фронті. Знаємо, що і Болгарія дуже багато допомогла в перші місяці повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, чи, як ви вважаєте, чи часто є отакі от невисвітлені, неофіційні візити Залужного до наших партнерів, аби проговорити, по суті, що потрібно Україні? Залужный выполнял задачу министра обороны. Это Резников, как министр обороны, должен был бы не шашлыки готовиться жарить в мае, а перед полномасштабным вторжением, зная однозначно информацию от Главного управления разведки, Буданов с ним носился полгода, это как минимум о том, что вплоть до дня уже практически было понятно, когда россияне вторгнутся, так это не Залужный должен был ездить, это Резников должен был ездить, потому что он министр обороны, а Залужный главнокомандующий, который выполнял функции министра обороны. Так, в конце концов, надо назначить Залужного министром обороны, главнокомандующим Шапталу, сейчас начальника штаба, ничего не изменится в выполнении боевых задач и будет продолжать, потому что что Резников, что Умеров, это люди, которые не должны находиться на этих должностях, это у них нет ни профильного образования, ни видения, тем более это люди, которые сдавали Украину в позапрошлом году, 27 марта в Стамбуле, то есть участники сдачи Крыма и Донбасса россиянам вместе с Арахамией. То есть сейчас надо эти все вопросы решать, поднимать вопрос. Ну вот Залужный еще тогда был уже практически министром обороны. То есть это готовый генерал, который в принципе выполнит эту задачу. Но это, конечно, видение мое. Вопрос в кадровых назначений, это вопрос ставки верховного главнокомандующего. Но вот это как раз действия говорят о том, что у нас Министерство обороны возглавляют люди, которые к Министерству обороны никакого отношения не имеют и создают только больше проблем, даже, наверное, больше вреда, чем даже проблем как таковых. Их надо срочно менять, срочно. Пане Романе, після ракетних обстрілів пішов каскад заяв. От міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що відповісти зрозумілою мовою Путіна можна лише силою. Він закликає надати Україні ракети великої дальності для ударів по Російській Федерації. Тобто, якщо раніше наші союзники з НАТО казали, що це лише виключно
вирішувати Україні, куди як бити, і натомість сказали, що нашою зброєю бити не можна. Тепер вони закликають бити по території. Така сама риторика була з боку Німеччини. Загалом, як ви вважаєте, чи можуть перейти цю межу якусь психологічно наші союзники і давати зброю, дозволяючи бити по території Росії? Это парадигма Бёрнса, директора ЦРУ, и Салливана, советника по безопасности президента Байдена, о том, что передача вооружений с запретом работы по России. И, скорее всего, Бёрнс, так сказать, уверил Путина о том, что украинское оружие бить по территории России не будет, потому они так себя вольготно чувствуют, когда обстреливают Харьков из-под Белгорода.